Вот они. Дальше у нас это Эль Камино. Так, это Пантеак ГТО. Это совсем машина старая. Speed Road, Speed Line. Так, 8 цилиндров. Ну, как и полагается, по этой машине. Шик. А тут, кстати, написано Chevy 2 Door Sedan 1940 год. Там вроде вам не очень видно. Солнце светит под другим углом. Так, а это Pontiac. Pontiac Trans Am. Двери открываются шикарно, тут такое вырезано на крыше. Вот он зал. Что-то еще не написано. Ржавым. Огромное количество траков. Шикарно. Еще и с карбюратором. Что-то совсем старое. Оно отполировано и покрашено. Просто потрясающе. Наверняка все переделано. С такой тщательностью отреставрированы. Блестит. Он напоминает этот фильм, который недавно вышел. Mad Max. Машины с 30-х, но здесь сняты крылья. Занижена крыша. Так, что там у нас? 32-й год, Ford. Ну, не сказано, какой именно Ford.
три window. Пойди, не знаю, какой именно. Тоже карбюратор, он такой необычный. Так, ну, пожалуй, я дальше буду снимать фотографии. Кончается место.